Лучший подарок для музыканта – инструмент. Народный артист республики Оскар Абразаков вручил в детской музыкальной школе номер 15 новое фортепиано. Некоторое время назад известный оперный певец посетил школу и узнал, что в учебном заведении не хватает инструментов. Вопрос решился в течение нескольких дней. Приятно, что здесь чтут традиции. И эта школа была раньше средней школой, а сейчас эта школа музыкальная. И это очень здорово и приятно, за что... Конечно, проблема с инструментами. Вот решили сделать такой приятный подарок с друзьями. Все-таки нужно воспитывать кадры, музыкальные, профессиональные кадры. Музыкальная школа номер 15 находится в Шакше. В ней обучаются 150 детей по образовательным программам фортепиано, аккордеон, баян, курай, думбыра, домра, гитара и скрипка. Юные музыканты принимают активное участие и занимают призовые места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Ну а новый инструмент стал для них большим сюрпризом. Для нас, конечно же, это было большим, огромным сюрпризом, то, что всемирный оперный певец Абдразаков Оскар Амирович посетил нашу школу и вручил такой ценный приз. А для нас он, соответственно, будет бесценным.